Работы из бисера. Тематика как светская, так и церковная. Автор – Лидия Шаднева. По ее словам, тонкая работа способствует развитию мелкой моторики, а также, по крайней мере, в ее случае, помогает сохранять зрение. Пальцы немеют. Это вот самое главное. Вот нитку туда-сюда. Бисер поймать, упал, ловишь его там, собираешь, считаешь. Стало лучше видеть, потому что приглядываешься, считаешь, глаза туда-сюда шевелятся, руки движутся, вот и все. Клуб при Анапской курортной организации Всероссийского общества инвалидов расположился на площади около 50 метров. Здесь есть мастерская, своя парикмахерская. Сюда по выходным приходят люди с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто трудился в годы Великой Отечественной войны. Тело нам не всегда подвластно, а душа бессмертна. Поэтому люди с ограниченными физическими возможностями имеют неограниченные творческие возможности. Валентине Федоровне 85. Она вяжет с самого детства. Научилась, когда жила с мамой в эвакуации в Пензе. И мама мне: учись, на Украине этого нет. Я и платки научилась вязать, и кофты, и чулки, и носки, все. Для меня это... ну, жизнь. Вот я без этого не могу. В клубе можно встретить поэтов, композиторов, художников. Любовь Ивановна здесь уже 20 лет руководитель и летописец в одном лице. У нее несколько сот альбомов с вырезками из газет и журналов, а также просто информации о том, кто и чем знаменит. Я не знаю, интересные люди. Мне просто очень нравятся, которые больше меня умеют. Здесь отмечают дни рождения и другие праздники, просто проводят чаепитие. Одна из основных задач – наладить живое общение, а его сегодня не всегда хватает даже тем, кто не ограничен в возможностях по здоровью.